наша героиня возвращается, неважно, как долго она отсутствовала, неважно, откуда она возвращается в эту весеннюю, слегка прохладную погоду, прогуливаясь по бульвару, в дом, в котором живут ее воспоминания. Мы, когда пришли на репетицию посмотреть на артистов балета, чтобы пригласить кого-то из них для нашей фотоистории, я сразу обратил внимание на Анну Нахапетову. И дальше уже в развитии истории, какой она должна быть, я все время почему-то обращался к ее образу. Я первый раз с Валерием работаю, и мы познакомились буквально там 2 дня назад, и вот на площадке какая-то необыкновенная атмосфера. Очень важно, когда человек, который стоит за камерой, не только тебя фотографирует, но дает очень точные задачи, которые ты уже как актер можешь исполнить. С Валерием работать очень-очень приятно, и я счастлива, и если будет возможность, я с удовольствием бы работала еще и еще.